Намасте, здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Мудрый-Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дом и тренинг-центр Green Mind Life. К вашему вниманию хочу сегодня представить наш проект всеобщего семейного воспитания и образования, который мы хотим внедрить в нашем обществе, в нашем государстве. И хотел бы, чтобы на постсоветском пространстве наша страна, Украина, была первая, кто внедрил такой проект всеобщего образования и воспитания, начиная с детского сада. Для начала опишу, какая ситуация сегодня, как вы понимаете, ситуация какая, что сегодня в нашей стране больше процент развода, чем создание новых семейных союзов. И, как правило, в первые 5 лет распадается больше 70% всех вновь созданных семейных пар. И это огромную проблему создает сегодня в нашем обществе, понимая, что женщина, которая осталась одна с ребенком, она растит потенциального мужчинку, сын, вырастившийся без папы. Это не может быть настоящий мужчина полноценный. То есть это очень сложно. И девочка, выросшая без папы, это потенциальная мать-одиночка в будущем, которая не знает, как правильно строить отношения с мужчиной, поскольку она выросла без папы. И мы понимаем, что вот для того, мы говорим сегодня, у нас проблемы с экономикой, у нас проблемы с ресурсами, но все начинается с семьи. Если у нас не будет крепкой семьи, у нас не будет пополнения наших ресурсов, у нас не будет крепких солдат, у нас не будет хороших, успешных бизнесменов, у нас не будет заботливых политиков, у нас ничего хорошего не будет, потому что все начинается с семьи, семья – ячейка общества. И для того, чтобы в нашей обществе были хорошие кадры, чтобы наши люди были счастливы, нужно позаботиться о нашей семье. И как же можно сегодня позаботиться в тех условиях, когда семейного воспитания, образования системного у нас нет? И когда мы имеем тот факт, что сегодня подавляющее большинство матерей-одиночек, которые выращивают своих детей без мужчины, без полноценной, дети не находятся в полноценной семье, мы понимаем, какие потенциальные дети у нас будут расти в таких семьях. И вот для того, чтобы предотвратить такую ситуацию, для того, чтобы в нашем обществе начались коренные изменения в создании счастливых семейных отношений, ячейки нашего общества, основа основ, крепкая, счастливая семья, мы должны внести в программу всеобщего образования в нашей стране, семейного воспитания и образования, обязательно начиная с детского сада. Это та программа, которую мы хотим внести на рассмотрение нашего общества, нашего правительства. И она представляет несколько этапов. Сам первый этап – это именно внесение системы образования, начиная с детского сада и в школах, и в институтах. Мы здесь не хотим привязываться к какой-то конкретной религии, потому что наша страна многокультурная. Мы хотим, чтобы было собрано вот такие общие фундаментальные ценности, которые были всегда испокон веков у наших предков, и собрать эти лучшие ценности, консультируясь с представителями разных слоев населения, разных духовных культур, и выработать единые правила, которые помогут нашему обществу быть просветленными в области семейного образования и воспитания. Это первая часть основная. Вторая часть очень важная – это постобразовательная система воспитания и образования семейного. То есть для тех людей, которые уже закончили учебное заведение, и их тоже нужно просветлять, потому что это потенциальные муж и жена, это потенциальные родители, и без знаний того, как нужно правильно строить отношения, как зачинать детей, как правильно воспитывать детей, наша цепочка благостной семьи прервется. Поэтому для этих людей, которые уже не учатся в учебных заведениях, для них дополнительные должны быть созданы учебные заведения, которые они также могут проходить, получить эти знания. И мы назвали это такой курс молодого семьянина и курс молодого родителя.
курс молодого семьянина должны пройти все люди и сдать экзамены, то есть получить сертификат, что они прошли эти подготовительные курсы успешно, сдали все зачеты, прежде чем получить сертификат о создании семейного союза. То есть прежде чем быть официально зарегистрированным в семейный союз в органах государственной регистрации, они должны получить на это разрешение из образовательных учреждений, которые подтвердят, что эти люди, они обізнані, вони освічені, вони знають, як будувати щасливу сім'ю і як народжувати благосних дітей. Для цього вони повинні пройти ці образовательні курси. Это сравнить то же самое, как, ну, вот как можно дать человеку руль, чтобы он рулил. Если человек не прошел курсы, не знает, как рулить и не имеет практики, как мы можем дать ему удостоверение о том, что он может быть водителем? Это проблема. И смотрим глубже. Если мало того, что семейная пара создает союз, где они методом тыка пытаются создать счастливую семью, а мы знаем, как это происходит. Это происходит очень просто, по образу и подобию наших предков. Но представьте, если в семье девочка выросла в семье матери-одиночки, и сын вырос в матери-одиночке, или неполноценной семье, несчастливой семье, как они будут создавать счастливую семью? По тому же образу и подобию, который они видели у своих родителей. То есть, если девочка выросла без папы, она не имеет модели понимания, что такое счастливая семья, как нужно с мужчиной строить отношения, как проявлять свою заботу, как быть заботливой мамой, заботливой женой. Это невозможно, если ты не имеешь этого опыта с детства, если ты только не стал осознанным, и ты начинаешь это самое изучать. И вот именно это важный вопрос, который мы хотим затронуть в нашем обществе, помочь таким семьям, помочь нашему обществу научиться, как правильно создавать счастливые семьи, как правильно выращивать счастливых детей, как правильно создавать новое поколение, благостное поколение, которое позволит нашей стране иметь благостное поколение, благостных людей, счастливых людей. Благостные люди, они счастливые люди. Okay? И это очень важный момент, это очень важный момент, я хочу, чтобы глубоко вы подумали, насколько важно, то есть помимо того, что должны быть знания, как создавать счастливые семейные отношения, правильные, также очень важно выращивать, взращивать и создавать благостное поколение, потомство. Возьмите, по примеру, скажем, вы захотели собачку, купили себе собачку, питбуля, и за счет неправильного воспитания этой собачки вы вырастили собачку, которая из такой доброй стала, превратилась в собаку, которая боец, которая агрессивная, которая нападает на людей, их кусает и калечит. Правильно это будет? То же самое можно сравнить и с людьми. Если мы неправильно воспитываем ребенка, мы воспитываем ребенка агрессивного, который не имеет жизненных глубоких ценностей, общечеловеческих, любви и благости, то мы растим потенциального преступника, человека, который создает обществу проблемы. А поэтому родители в ответе за таких детей. Так чтобы не было таких ситуаций, чтобы у нас не рождались в обществе неблагостные дети и не создавали нашему обществу проблем, мы должны позаботиться об этом заранее. А то есть родители должны знать, как создавать, как приглашать в эту жизнь и рожать благостных и воспитывать детей благостных, которые будут радовать наше общество, делать его более счастливым. Это общая задача. И вот это такая наша программа. И я, Ярослав Мудро-Воронцов, имеющий опыт последние 10 лет в работе в качестве профессионального психолога, лайф-коуча и тренера, помогающий людям создавать счастливые семейные отношения и быть успешным в семье, бизнесе, обществе, здоровье и духовности вместе с тренинговым центром Green Mind Life. Имея этот опыт, я делюсь этим опытом, постоянно проводя регулярные тренинги, индивидуальные консультации, семейные консультации, мастер-классы.
я хочу этот опыт передать другим людям за счет того, что мы можем создать в нашей стране центры, обучающие по семейному воспитанию и образованию, в дополнение введению общеобразовательной системы воспитания и образования, что с моим горлом-то, во всех учебных заведениях. Я очень надеюсь, я просто уверен, что это мой посыл, наш посыл, он откликнется в вашем сердце и найдет отклик и поддержку программы всеобщего системного образования и воспитания, потому что семья – это основа общества. Счастливая семья – счастливое и успешное общество. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. С Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Друзья, давайте вместе зажгем яркие звездочки на нашем небосводе счастливых семейных отношений, чтобы наша страна наконец-то начала радоваться счастливой жизни. И все начинается с семьи. А семья начинается с тебя. И я знаю, ты можешь. Давайте сделаем это вместе. Намасте.